свободе, готовы каждую секунду выпрыгнуть на волю. Пока ты молод, закаляй силу воли и помни, хорошие поступки в несколько раз неподъемней. Ведь только человек со стержнем способен на подвиг. Найди в себе силы бороться и помнить. Тем, кто рожден летать, не суждено ходить под солнцем, рекордами поставив под сомнение законы физики, природы, вопреки преодолев отметку недоступную други, все выше поднимая метку. Как загорелась сталь, не раз уже доказано, в каждом из нас горит огонь победы, духом связаны, и это создает того, что могут чемпионы, удивляя города, покоряя стадионы. Что нас делает сильными, с любовью к России, духовно поднимаясь выше, зов души. Ты веришь, есть главная сила. Россия ждет героев, имя же века хранимое. С таким потенциалом духом ни разу не дрогнул. Молодые парни защищают свободу народа, не отступая от своих принципов, это поддержит. Когда не будет сил стоять против сотни издержек, несовершенство общества, но ты ведь можешь сделать мир капельку добрее, опираясь лишь на честность. Смена Ярополка с душою патриота, сквозь время и боль покоряет новые высоты. Что на пути к Олимпу им являются преградой, победа над собой важна, важная награда. Вера в то, что ты делаешь, любовь к России нас делают сильнее, духовно поднимая выше. Вот те слова, что составляют сегодня Россию. Ради нее ты должен оставаться сильным. Вера в то, что нас делает сильными, с любовью к России.